В огромном океане обитают множество невероятных существ. Их вид может быть настолько устрашающим, что можно подумать, что это пришельцы из космоса. Эти звери обитают не просто в океане, а в пучине океана. В пучине океана. Часть первая. Рыба-капля. Все тело рыбы-капли как желе. А самое удивительное в рыбе-капле, что она не ловит свою пищу. Она сидит на дне большого океана и ждет, пока пища сама прилетит ей в рот.